Добрый день. Мы сейчас находимся на выставке «Уникальная Россия» и поймали двух потрясающих дизайнеров. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Алена Савинова, я из города Якутска, основатель компании «Зима» по производству меховых изделий. Расскажите, пожалуйста, пару слов о вашем производстве. Какие именно меха вы используете? Что вас вдохновляет в вашей профессии? Мы используем якутского соболя в основном, ну и используем все меха, которые вот есть. Норка, рысь, шиншилла, лиса. Ну, в основном соболь якутский. Спасибо большое. Спасибо. А также уникальный дизайнер ювелирных украшений Екатерина. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, пару слов о ваших коллекциях уникальных. В данном случае представлена коллекция «Сад мира». Коллекция посвящена озеленению планеты, и мы только что провели иммерсивный фэшн-показ совместно с меховыми изделиями «Зима» для всех гостей выставки. Показы – это не только дефиле на подиуме, это еще иммерсивное шоу, это присутствие живых участников в таинстве, в соприкосновении с авторскими изделиями. Спасибо. Вас вдохновляет природа. Может быть, еще какие-то источники вдохновения? Поделитесь, пожалуйста. Меня вдохновляет, конечно же, природа. Я очень люблю цветы. И у меня даже названия изделий, такие как там малина, черника в сахаре, мед. Это природные такие растительные названия. Они цветом очень похожи на фрукты, ягоды. И напоминают что-то родное и очень вкусное. Это безумно красиво. Поделитесь, где можно познакомиться с вашими авторскими работами? Ну, почти на всех, наверное, фэшн-мероприятиях, в посольствах, на премиях. И вот здесь, в гостином дворе, сейчас в галерее «Дрезден» есть экспозиция с моими изделиями. Обязательно приходите посмотреть и примерить. Благодарю. Также хотелось бы узнать, где можно познакомиться с вашими прекрасными работами. Ну, сейчас мы только в городе Якутске находимся, и сейчас в ближайшее время планируем здесь представить свои изделия. Мы планируем открыть шоу-рум. Благодарю. У вас в Якутске свои магазины или вы развиваетесь онлайн? Да, у нас есть шоу-рум, у нас есть цеха, производство. Ну, очень быстро расходятся изделия, поэтому такого, как такового магазина пока нет. А кто ваши постоянные клиентки? Очень интересно. Ой, у нас очень много клиентов. У нас клиенты и в Казахстане, и в Москве, и в Казани, ну и у нас. Так что география наших клиентов очень большая. Благодарим. А также я знаю то, что, Екатерина, вы специализируетесь в основном на коронах. И я слышала то, что ваши постоянные клиенты – это конкурсы красоты. Поделитесь, во-первых, пожалуйста. Во-первых, не только короны. У меня обширный ассортимент брошей, колье и прочих украшений. Причем мы делаем под заказ даже то, чего до сих пор еще не было. То есть, когда человеку хочется что-то совсем необычное, мы садимся с клиенткой вместе, думаем. Либо это бывает дистанционно, по WhatsApp, по видеосвязи. Обсуждаем эскиз, материалы. Я делаю зарисовки, потом выбираю материалы, отправляю фото. И, собственно говоря, доставку по России никто не отменял. Вот, соответственно, изделия могут быть совершенно разные. По поводу корон, мои короны отличаются тем, что они легкие и прозрачные по сравнению с металлическими. Очень любят мои короны ведущие мероприятия. Это очень такой тонкий момент, когда девушка работает на сцене и сзади вспыхивает экран. Обычная металлическая корона, она дает темный силуэт, и это некрасиво в кадре. А мои короны, они, наоборот, вспыхивают светом, переливаются и дают очень красивые видео, хорошие кадры. Поэтому, конечно, и из-за того, что они легкие, в них удобно и петь, и танцевать, и двигаться комфортно можно. И показы, и фотосессии. Очень интересно. Благодарим. Сегодня у нас такие интересные участники выставки «Уникальная Россия». Желаем удачи и процветания русским дизайнерам. I love you, Borica Decor, so very, very elegant designer, so really I love it, so thank you very much, so Borica, I love you so much, please contact our jewelry designer, artist, singer, so I love it, very beautiful.